И сегодня же в Алтайском крае дан старт реализации нацпроекта «Образование». После открытия школы представители власти и педагоги провели круглый стол, где обсудили главные вопросы нацпроекта. Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что наш регион участвует в 8 направлениях нацпроекта из 10 возможных. Существенную поддержку в его рамках планируют оказать не только материально-техническому обеспечению и строительству новых школ. Вторая часть направлена на подготовку и повышение профессиональной компетенции и готовности наших специалистов, педагогов в первую очередь. Еще целое большое направление – развитие системы дополнительного образования и возможности выявлять и талантливых ребят, и поддерживать их. Особое внимание уделяет цифровой среде школ. Речь идет о высокоскоростном интернете, электронных журналах, системе питания по электронным карточкам. По словам главы региона, на первые 3 года нацпроекта сумма финансирования составит 3 миллиарда рублей. Половина средств федеральных, половина краевых.